Всем привет! Продолжаем знакомиться с достопримечательностями мира. Город Бамберг. Скульптура называется «Центурион 1». Автор Игорь Миротай. Польский художник специализируется на изваяниях со срезанными частями, которые, по его представлению, символизируют разрушения, наносимые временем. Скульптура установлена в 2001 году и получила в народе имя «Полуголовый». Игорь Миротай – это польский скульптор, учился в Национальной высшей школе изящных искусств в Париже, работал как художник-график, увлекся латиноамериканским монументальным искусством, в особенности мексиканским. Работы скульптора показывались во Франции, Италии, Германии, Великобритании, Испании, Нидерландах, Швейцарии, Польше, США и Японии. А в 1986 году его работам был отведен отдельный зал на Венецианской биеннале. Ну вот, собственно говоря, и все. Сегодня мы посмотрели скульптуру «Центурион-1» в Бамберге Игоря Миротая. Пока-пока, до свидания.